Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и да, мы начинаем проходить Resident Evil 3. Надеюсь, что мы успеем все это дело закончить до выхода Resident Evil 2 Remake. Намучился я с этим, скажем так, с этой игрой, потому что, ну, прежде чем начать, скажем так, я долго искал подходящую версию. Я сначала попробовал версию для GameCube, но она отличная, она мне очень понравилась, но ее проблема заключается в том, что она не переведена на русский, а времени на перевод у меня просто нет. И, ну, собственно, желания тоже, если честно. Хоть там текста и немного, ни времени, ни желания переводить игру не было. Вот, потом начал, получается, искать версию для PlayStation. Для PlayStation нашел с хорошим переводом, как раз-таки, который используется и в данной версии. Скачал, все на эмуляторе запустил и понял, что версия на самом деле говно, потому что задники там отвратительные. И, ну, в целом, слишком долгие переходы между экранами. Короче, все очень медленно и печально. Так, секундочку, тут опять что-то запустилось, демонстрация, по всей видимости. Вот, и, короче, в конечном счете я остановился на ПК-версии игры с патчем реставрационным. Что такое реставрационный патч? Эта штука меняет полностью звук из игры, добавляет более качественные версии из, там, собственно, там, по-моему, голоса все перенесены из PlayStation 1, они там не пережаты были, голоса все записанные. Потом музыка там из официального саундтрека, по-моему, используется. Эти видеоролики, которые вы видите прямо сейчас, ну, которые, ну, сделаны, CGI-ролики, они из другой какой-то версии вытащены. Вот. Ну, в целом, то есть, пока что вроде как только ограничились заменой вот этих вот деталей, но в дальнейшем вроде как обещают, что поменяют еще и задники, сделают их более качественными. Но, опять же, я заходил на сайт, где это все делается, да? Я заходил на сайт, где ребята занимаются реставрацией, ну и дело в том, что последняя новость там прошлогодняя. То есть, скорее всего, мы, наверное, может быть, даже и хороших задников с вами и не увидим. Кроме того, здесь еще в ПК-версии есть одна проблема, о ней мы поговорим чуть-чуть попозже. Давайте, наверное, начинать, не буду затягивать вступление. Короче, почему ребята перестали вообще делать, кстати, реставрационный патч дальше, как я понял. Хотя, может, они еще его и делают, просто медленно. Потому что, ну, не было финансовой поддержки, они там организовали краудфандинг, и, видимо, он провалился. Ну, короче, хер знает, будем надеяться, что когда-нибудь реставрационный патч выйдет все-таки полноценный, который улучшает задники. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance, my last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. Over. What are they? Thank you.
«Прощай, моя жизнь, прощай, мой дом. Это мой последний шанс выжить. Это мой единственный выход». Ну что ж, ребят, погнали. Так вот, проблема ПК-версии заключается в том, что здесь дерганные текстуры на персонажах и на зомби. И это капец как неприятно, но задники здесь зато самые такие качественные, поэтому я, собственно, остановился на этой версии. А почему так происходит, я расскажу чуть-чуть попозже. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Так вот, эта проблема возникает только в ПК-версии, и все дело в том, что, ну, с чем это связано? Это связано с новыми видеокартами. На старых все нормально. Короче, проблему эту решить, судя по тому, что писали ребята, которые занимаются, собственно, патчем реставрации, или занимались уже, решить проблему крайне сложно. Там просчет текстур, короче, совершенно по-другому происходит, не так, как во второй части. Поэтому, блин, типа, ну, исправить эту проблему почти нереально. И, короче, только вот единственное спасение пока что на данный момент это искать видеокарту, ну, послабее, постарее, скажем так, да? А, так вот, что касается третьей части, еще отдельно хотелось бы сказать, что темп игры, конечно, сильно вырос. Во-первых, персонаж начал двигаться очень быстро. Во-вторых, у нас появилась кнопка быстрого разворота. Кроме того, здесь по дефолту даже на самом высоком уровне сложности стоит автоприцел. Хотя во второй части мы тоже писали, что есть автоприцел, если переключить раскладку. Но здесь все стоит стандартом. Кроме того, зомби стали гораздо шустрее в этой части. И... это очень хорошо, должен признаться. Мне нравится, что серия все-таки, ну, развивалась, она не стала стагнировать, а именно, ну, все-таки добавляли что-то новенькое. Например, в данном случае увеличили темп игры, что, опять же, положительно, мне кажется, сказалось на происходящем. Так вот, забираем, здесь у нас есть лента печатная. Сейчас мы это все дело выложим. Кроме того, у нас здесь две записюльки, прочитаем. Игровые инструкции поясняют различные действия использования карты, взаимодействия с предметами. Игровая инструкция А. Надеемся, что ваши шансы на выживание повысятся. Вы можете получить разнообразный результат, стреляя по таким объектам, как бомбы и бочки с топливом. Это, кстати, тоже новая штука, которую добавили. Для точного наведения на эти объекты нажмите RBX. Хорошо. Быстрый разворот. Вы можете выполнять быстрый разворот на 180 градусов. Отступая, нажмите «Понятно». Если вас окружили враги, вы можете растолкать их и вырваться. Быстро нажимайте кнопки направления и действия. Хорошо. А прежде чем враг атакует вас, вы можете уклониться и избежать атаки. Так, понятно. В игре есть определенные объекты, на которые вы можете забраться, затем спуститься. Подойдите к краю такого объекта и нажмите кнопку действия, чтобы подняться и спуститься. Но это мы сами знаем. Для просмотра карт нажмите кнопку LT. Нажимая кнопку действия, вы можете приближать или отдалять карту. Приблизив карту, используйте кнопку направления для навигации. Для переключения карты нажмите кнопку LT. Хорошо. Выбор событий. В определенные моменты игры изображение на экране становится черно-белым. Когда это происходит, вам необходимо быстро сделать выбор между двумя вариантами действий. Для выбора варианта используйте кнопки направления. Ну, это понятно. Пропуск сцен. Вам не обязательно просматривать все сюжетные сцены, чтобы пропустить заставку. Так, это все понятно. Да, там будет выбор сцен, и, короче, события иногда будут меняться, по-моему, в зависимости от вашего выбора. Использовать инструкция по созданию патронов. Давайте посмотрим.
Получается, для изготовления различных боеприпасов вам понадобится зарядное устройство и оружейный порох. Зарядное устройство – незаменимый инструмент для создания боеприпасов различного типа. Сочетая оружейный порох и зарядное устройство, вы можете изготовить множество видов боеприпасов. Оружейный порох. Смешивайте различные материалы для создания различных боеприпасов. Существует три основных вида оружейного пороха – А, Б и С. Помните, что порох С получают из смеси пороха А и Б. Смешивание пороха. Смешивая разные виды пороха, вы можете создавать патроны различного класса. Всего существует 13 сортов оружейного пороха. Получается патроны пистолета, патроны дробовика, разрывные, зажигательные гранаты, кислотные гранаты, замораживающие гранаты, патроны магнума. Сочетание пороха с гранатами. Сочетая оружейный порох с гранатами, вы получаете гранаты особого типа. Повышение качества смешивания. При многократном изготовлении одного и того же вида патронов ваши умения будут совершенствоваться, и вы сможете создавать более мощные боеприпасы. Круто! Вот получается у нас зарядное устройство, а вот порох. Сейчас забираем, смешаем его, и у нас получатся патроны, по идее, для пистолета. Это нам пригодится. Кроме того, в этой части ввели такую тварь, которую очень сложно убить. Зовут эту тварь Немезида. И мы с ней будем сталкиваться очень часто. Я помню, что в свое время эта тварь меня просто до мурашек пугала. Она вгоняла меня в какой-то ужас. Появлялась эта хрень вообще в абсолютно разных местах. Оттуда, откуда ее никто не ждал всегда. И, по-моему, эта хрень может открывать двери, если я ничего не путаю. По-моему, может. По-моему, может. Так, валим отсюда. Ну да, персонаж чувствуется прям заметно шустрее. И это приятно. Вы использовали ключ склада. Этот ключ вам больше не нужен. Честно говоря, я эту часть вообще плохо помню. Какие-то вот обрывки помню, но в целом нет. Мне она очень нравилась в детстве. Я ее тоже кучу раз прошел, но опять же, давненько за нее не садился и просто, ну, уже все забыл. Так что, скажем так, сейчас, наверное, впечатления будут такие свеженькие. Что у нас туточки есть? Смотрите. Сюда можно зайти. Ладно, давайте. Где мы оказались? Опачки. Да, он, видите, зомби пошустрее так-то стали. Ладно, давайте уйдем отсюда пока что. Я не хочу их убивать, я поберегу патроны. Я просто помню, что первый энкаунтер с Немезидой случится скоро. Ну, энкаунтер, я имею в виду то, что первое столкновение, да? И все дело в том, ребят, то, что эту тварь придется убивать, чтобы получить какие-то там улучшения для оружия. То есть желательно, да, каждый раз пытаться отстреливаться от этой херни. Поэтому я пока что поберегу патроны, да? Опа, здрасте. Разбитая машина переграждает путь. Нет, ничего, ладно, пошли. Стой! Все, идите в задницу, товарищ. Обходим здесь. Смотри. Подожди. Ладно, давайте пошли посмотрим, что у нас там имеется. Мне кажется, сюда в любом случае нужно. Почему-то. Все, готов. Только что-то какая-то... А, кстати, да, еще реставрационный патч убирает цензуру из европейской версии, по-моему. То есть теперь там и бошки можно отбивать, скажем так, врагам. Давай аккуратно. По-моему, там где-то такого не было в какой-то версии. Все, готов. Ну, дохнут они довольно быстро, должен признаться. Ну-ка, нахер. Готов. Вроде все, да? Вот что значит поберег патроны, ёптыть. Объединяем. Что-то может быть... Сука! Беги! Давай, урод, иди сюда, ну! Он там стоит прямо вот внизу, и я сейчас вот боюсь к нему спускаться. А, вот, все норм. Он мертв, по идее, да. Что это такое? Это бензин. Но он нам точно пригодится, так что мы не зря... Опа, и ружьишко, да, не зря зашел, не зря зашел.
объединяем. Теперь уходим. Стоп, что там будет написано? Ну-ка, интересно. Повезло, что он умер до того, как вырвали его внутренности. Ну да, это я здесь согласен. Кстати, в ПК-версии еще, помимо всего прочего, есть дополнительные детали на задниках. Например, версии для Dreamcast, для GameCube и PlayStation нет дополнительных деталей, насколько я знаю. То есть там трупы какие-то еще. Концерт группы Big E 30 сентября. Начало в 19:30. Должно было состояться, наверное. В целом, да, пока версия превосходит все остальные, но тут опять же есть куча-куча недостатков. Ну, на современном железе, само собой. Например, я одно могу сказать, что, например, геймпад настроить здесь мне было крайне сложно. Крайне сложно, потому что тут какой-то косяк. Почему-то, ну, когда нажимаешь на какую-то кнопку, да, она почему-то дублируется по два раза. И это херово, капец, как, слушайте, стоять. Сюда давайте пока не пойдем, чуть попозже зарулим. Мне кажется, нужно еще проверить там закуток, мимо которого я прошел, чтобы зайти вот сюда. Сейчас, одну секундочку. Надо все проверить. Вот сюда нам сейчас нужно. Даже двери, мне кажется, открываются гораздо быстрее. Смотри, вот сюда я не заходил еще. Закрыто с другой стороны, понятно, значит, все правильно я иду, у нас, в принципе, путь ровно один пока что. Просто, опять же, вот сюда можно было зайти, видите, с двух сторон. Радует, что не нужно нажимать на кнопку, чтобы подниматься по лестнице, можно просто на нее забегать. Это прям реально очень круто. Короче, вот, ну, с точки зрения управления и взаимодействия персонажа с окружающими объектами, здесь стало, конечно, все гораздо круче. Так, друг. Хер тебе. Обходим. Давай вниз. Закрыто с другой стороны. Печалька. Кого-то съели. Дверь заблокирована. О-о-о, понятно. Подожди, стой. С этим, по идее, можно взаимодействовать. Да, здесь карта. Карта окраины. Там у нас бар, да? Хорошо. Пошли поднимемся вот сюда. Здесь еще две травушки и что-то, мне кажется, вот здесь. Смотрите, там что-то есть, какой-то 3D-объект справа. Нет, мне показалось. Это какой-то косяк просто. Ну, Джилл, хватай. Сейчас сделаем одну большую аптечку. И возьмем травушку. Я, наверное, сразу ее использую, потому что меня так-то уже укусили пару раз, по-моему. Все, теперь я точно чувствую себя прекрасно. Че б с тобой сделать, друг мой? Так, ему что-то плохо стало, отжил. Давай, опачки, опачки, давай сюда, пробегаем. Патроны, ребята, экономим. О, эту дверь мы видели во второй части. Ее полностью без изменений перенесли сюда. Опачки. Опа. Стоп, да что ж ты будешь делать? Да, не могу никак привыкнуть, что они такие шустрые, сукины дети. Все, один готов. Теперь нужно здесь пробежать, по идее. Давай сюда, скотина, иди, иди, иди. Опачки, херакс, и все, и здорово, и замечательно. Jill, the police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see.
He's after STARS members. There's no escape. Получается, ребят, все происходит до событий второй части пока что. Все дело в том, что именно у него мы потом возьмем ключ от шкафчика. Поняли, да? Зажигалка берем, пригодится однозначно. Погоди, что-нибудь еще здесь есть? Там какая-то, вон, смотрите, фотография, по-моему. Открытка, часовая башня. Открытка с изображением часовой башни. Надпись на обратной стороне. Условный пункт, часовая башня имени святого Михаила. Короче, прикол в том, что мы там, по-моему, рано или поздно окажемся. Патрон на пистолет, здорово. Вроде больше здесь нет ничего. А что еще? Старый пинбольный аппарат. Телефон-автомат. Больше ничего, выходим. Опа, а где можно использовать зажигалку-то? Вот что мне интересно. Зачем она нужна? Дверь заблокирована. Тут мы были, подожди. Где-то же можно ее использовать, правильно? Сюда я еще не ходил, кстати. О, здрасте. Улыбака, зомби-улыбака. Вы открыли замок. Я, кажется, знаю, где я сейчас окажусь. Там, где, получается, оно было закрыто в самом начале, где машина. Да, хорошо. Если что, у нас резик есть. Давай сюда. Пробегу, попытаюсь. Да что ж ты будешь делать-то, ёб твою за ногу. Чё-то не везет мне с пробеганием мимо них. Ага. Так, надо сейчас быть очень аккуратным. Ну здорово, давайте, твари, ко мне. Ну, уроды, ну. Подходите, ну. Давайте. Все хорошо. Вот это вот мне, конечно, безумно нравится в этой части. Реально, одним выстрелом кучу положил. Заметьте, не наложил, а положил. Я хочу повториться, на всякий случай. Чтобы кто-то не услышал. Вроде все мертвы, правильно? Угу. Смотрите, красная травушка у нас есть. Ладно, погоди. Сначала, по идее, нужно вот эту вот хрень облить бензином, а потом поджечь, правильно? А, вот как. Все, понял теперь. Далее, наверное, это мы забираем. Зажигалка, опять же, у нас по-прежнему есть. Значит, она нам еще пригодится в дальнейшем. Да, я знаю, что я прям, блин, капитан очевидность. Где мы оказались теперь? О, тут собаки, судя по всему. Ну, конечно же, блин, без них-то никуда. О, есть еще порох. Здорово, секундочку. Смотрим. Это мы выкладываем. Это, наверное, тоже. Зажигалка, я думаю, вряд ли нам пригодится в ближайшее время. Сейчас мы из пороха что-нибудь сделаем и посмотрим. И посмотрим, что. И выложим, точнее, зарядное устройство. Смотри, это можно объединить. Подожди, что там можно сделать из пороха С? Секундочку. Порох Б. Это у нас патрон для дробовика. Разрывные гранаты, получается, да? Получается А плюс Б. А плюс С. Ну, получается, А плюс Б будет С. Ага. Короче, наверное, я сделаю патроны для дробовика и патроны для пистолета все-таки. Просто у меня пока нет гранатомета, не вижу смысла делать для него гранаты, раз его нет. И еще, наверное... Ладно, мы все равно, мне кажется, потом туда вернемся, да, там, где мы сожгли веревку. Ну что, и...
Что и? Что ты хотел сказать? Вот я забываю иногда, вот я говорю-говорю, и я забываю иногда, что я говорил до этого. Я один такой или все-таки нет? Напишите об этом в комментариях. Так вот, заберем красную травку. Во, все, что-то у меня бывает затупы. Закрыто на простой замок. Значит, получается, тут мы не пройдем пока что. Опа, ребята, полицейский участок. Ага. Получается, мы сейчас в него зайдем, да? Как раз таки, мы там недавно были, интересно, что поменялось. Да, это жуткая просто тварь. Остаемся сражаться, потому что с этой херни должно что-то упасть, насколько я знаю. Сражаться. Так, погоди, давай, наверное, возьмем ружье. Так я быстрее, наверное, смогу его положить. Черт, нет. Вставай, Джилл, вставай! У меня очень мало здоровья, нужно сейчас все. Беги! Да сука! Давай, подъем! Что-то, слушайте, он слишком долго стреляет из пистолета, лучше, наверное, ой, точнее из ружья, лучше, наверное, все-таки использовать пистолет. Для всех этих целей. Хер тебе в рыло, сраный урод. Беги! Черт! Да нихера себе он жирный! Подожди! Нет. Подъем, Джилл, подъем. Черт. Да ну ты брось, нет. У меня здоровья очень мало. Так что надо поаккуратнее быть. Мне сейчас пиздюлей навешают, ребята. Что у нас там по здоровью? Пока нормально, жить будем вроде как. О, черт. Все, хана, я мертв. Я мертв, охренеть, я не сохранился ни разу. Кто молодец? Я молодец, сейчас приду, включусь. Так, ребят, я уже почти на месте. И я, короче, нашел по пути фото А. Сейчас покажу, где. Получается, полиция переходит в наступление. Датировано 27 сентября. Короче, фото нашел вот здесь. Его тело растерзано и изъедено. Короче, я, да, уже почти на месте, поэтому давайте уже проделаем этот путь еще раз. Я почаще в этот раз пользовался дробовиком. Положил что-то больше зомби, чем хотел. Ну, там, конечно, в предыдущих локациях зато стало теперь почище, но, скажем так, патронов... Теперь у меня гораздо меньше. И это плохо. Но ему сейчас главное, сейчас самое главное вот здесь будет сохраниться. И да, аптечка у меня сейчас немножко другая, потому что, опять же, травушки я больше потратил. Короче, в этот раз я прошел прям гораздо хуже, чем в первый, ребята. Гораздо хуже. Это я выкладываю. Подожди, берем еще вот этот порох. Короче, печаль. Я не знаю, получится убить Немезиду сейчас или нет, но я попытаюсь. И сейчас нужно сделать еще одно сохранение, да? Чтобы что? Чтобы, если что, не начинать с самого начала. Но, по идее, 65 патронов должно хватить вполне для убийства этой твари. Более чем. Так, берем ленту. Погнали, сохранимся. Угу. Теперь. Вот это вот мы выкладываем. Берем, наверное, пистолет, потому что, ну, он стреляет быстрее, и она после каждого выстрела не перезаряжает. Оружие. Надеюсь, в этот раз, ребят, все получится. Ну, конечно же, сражаемся. Нахер пошел? Понял, урод? Бежим? Бежим?
Бежим. Отпусти меня в Гималаи! Отпусти меня на совсем, подожди. Давай, давай, давай! Нет, 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 нет! Пошел в жопу, козлина. Нет. Да что ты будешь делать? Нет, 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 нет. Подъем, Джилл, подъем! Есть. Так, ну у меня, в принципе, здоровье еще норм. И две аптечки на случай чего. Ух, что-то ему прям совсем нехорошо. Не нравится ему то, что я вырываюсь из его объятий. Так, у нас мало здоровья. Так, стоп, объединить. Ну, скотина. Капец, он живучий. Ну-ка нахер. Да сука, да что ж тебе от меня надо-то? Он мертв? Стой, стой. Чё-то он разозлился, по ходу дела. Да как так можно-то, блядь? Сколько его нужно бить? Сколько можно? Нет, 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 нет. Я уже кучу у него патронов всадил, ну уже. Блядь, сука, да что ты будешь делать? Да он вообще какой-то неубиваемый, чё за херня? Я уже у него кучу всадил патронов, чё за фигня? У нас тут прям, блин, Немезида соус какой-то. Что такое? Я за все прохождение второго резидента так не страдал. Что это такое? Что за издевательство надо мной? Блять, что-то мы разогнались, товарищ, вам так не кажется? Берем пистолет. Да что такое? Бить женщин нельзя. Нет. Да сколько можно? Не-а, нет. Да что такое? Так, он упал уже. Стоп, стоп, я знаю, что делать. Так, парень разозлился. Это значит, что мы, в принципе, на верном пути. Опа, что это такое? Бумажник, окей.
Там деньги, надеюсь, миллион? Ну же, ну ты умрешь когда-нибудь. Будь! Стоп, что у нас там по здоровью? Пока, в принципе, нормально. Ну, вроде как жить будем. Он не хочет просто падать. Есть! Есть! Черт! Охренеть! Я как будто бы реально босса в Дархе завалил. Ага, игл части 2. Подожди, это можно объединить? Но это вряд ли на это оружие. Нет, это по идее на пустынного орла, то есть на магнум. Охренеть, это было сложно. Черт, это было безумно сложно. Вот честно. Одна эта сцена сложнее, чем Resident Evil 2 весь. Так-то. Так, давай-ка это мы забираем. Патроны ружья у нас кончились. Ладно, сейчас разберемся. Получается, это я сейчас смешиваю и использую. Мы, кстати, вернулись, ребята, да, в участок. И это круто, интересно, как он изменился. Я уже вижу, там одна дверь у нас забаррикадирована. Двери заколочены. А вот там, ну-ка, давай посмотрим. И вот здесь у нас дверь заколочена. Странно. Тут у нас статуя парящей богини. Потому что, ну, в оригинале, ну, в смысле, не в оригинале, а в Resident Evil 2... По идее, двери не были заколочены. Странно. Их либо их, наверное, там доски все убрали. Потому что события происходят-то до событий второго резидента, я напоминаю. Ну, там некоторые события еще по времени будут пересекаться, конечно, по идее. Карта полицейского участка. Хорошо. Значит, мы тут еще побегаем, значит, с вами. Это терминал управления системой безопасности. Я могу получить к нему доступ только с карточки Старс. Подожди-ка. В бумажнике лежит какая-то карточка. Вот, да. После введения чрезвычайного положения ключ от офиса Старс был перемещен в архив. А пароль от сейфа 0131. Хорошо, 0131. Запомнили. Запомнили, наверное. 0131. Хорошо. 0131. Главное не забыть. 0131. Здрасте. Что-то полицейские живучие так-то. Кто-то устроил тут полнейший беспорядок. Раньше здесь, получается, были патроны. Тут было письмо для Леона, что типа вечеринка должна состояться сегодня в честь его присоединения. Эх, черт, к Старс. Ну, к полиции, к Raccoon City, полиция. Да что ты будешь делать? К полиции Raccoon City. Что у нас тут? А, вот он, смотрите, он уже мертв. Это странно, это офицер РПД Марвин Бреннинг. Зомби нанесли ему смертельные увечья. Кажется, он держит что-то в руке. Доклад Марвина. Доклад. 24 сентября. Перед рассветом поступили сообщения о краже на территории муниципалитета. Были повреждены часы на главных воротах. Украшенные драгоценными камнями, пропали 2 из 12 камней, установленных на циферблате. В настоящее время в связи с нехваткой офицеров я вынужден приостановить расследование данного дела. Подпись Марвин Бреннинг. Доклад 26 сентября. Из отчета о вскрытии 42-летнего владельца ресторана я узнал, что при нем был обнаружен один из камней. Предположительно, он прибыл в полицейский участок в поисках убежища примерно в 10 часов до полудня, где он и был застрелен спустя 10 минут после появления симптомов. Поскольку город сейчас находится на военном положении, мы вынуждены временно прекратить расследование этого дела. В настоящее время камень хранится у нас в качестве вещественного доказательства. Подпись Марвин Бреннинг. Ладно, уходим. Вот оно как. То есть что-то я не пойму, то ли со временем что-то напутно, или все-таки это происходит после событий второй части. Вроде писали где-то, я читал, что типа и параллельно моментами, и до. Вот первый камушек. Синий камень, забираем. Надо будет сейчас, конечно, все лишнее выложить. Тут еще, я помню, была пленка. Закрыта на цифровой замок. 0131. Ключ. Вы не можете больше нести предметов, да? Ну, сейчас заберем, подожди. Сейчас заберем.
Только от чего этот ключ? Интересно. Тут вон еще один. Да сколько вас здесь, сукины дети? Теперь туточки. Смотрим. О, порох. Ну, я больше нести с собой не могу. Тут еще можно сохраниться. Но я, наверное, этого делать пока не буду. Смотри, можно сделать сейчас будет аптечку. Это выкладываем. Это тоже, ружье тоже выкладываем, потому что не вижу смысла его таскать, оно пустое. Это сюда. Вот это забираем, давай-ка смешиваем. Теперь у нас есть аптечка. А, дневник Дэвида. Я начинаю сходить с ума, случившееся никак не укладывается у меня в голове. Вчера мы потеряли еще одного человека. Мэйер, наш лучший стрелок, увидев, что я запаниковал, когда нас окружили зомби, он все же вернулся и спас меня. Но когда пришло время отдать долг, я убежал. А я до сих пор слышу, как он зовет меня, слышу, как сзади доносятся крики, как плоть сдирает с его костей. Мне было жутко, я был ужасно напуган. 27 число. Борьба за выживание продолжается. Я уложил парочку зомби, которым удалось прорвать баррикаду. Теперь, согреваясь с помощью виски, я разряжаю свой Мосберг в любую нечисть. Этот дробовик успел стать моим близким другом. С ним я обратил в прах множество зомби. За сегодняшний день мы потеряли еще 13 человек. Целых 3 часа мы спорили о какой-то ерунде в зале совещаний. Это пустая трата времени. Как только я прикончу эту бутылку, старина Мосберг обратит в прах последнее тело. Наступает тишина. Я сгораю от нетерпения. А это случаем не тот Дэвид, который лежал замертво в... Где? Ну, там, где мы нашли ружье. По-моему, это он. Нет, тема с порохом прикольная на самом деле. Прям очень прикольная. Вот еще лента. Сохраняться я, конечно, пока что не буду. Не вижу смысла. Пошли, заберем ключ и узнаем, откуда он вообще. Ключ с эмблемой. Ну-ка, проверить. На ключе выгравирована эмблема Старс. Но это, видимо, от кабинета Старс получается, так? Значит, мне сейчас нужно наверх. Я еще кое-куда хочу зарулить. Тут неподалеку находится дверь. Давайте зайдем туда и посмотрим, что там имеется. Может быть, зажигалку с собой взять? Там вроде как картина есть. Или должна быть. Так, тут точно есть зомби. Угу, давай сюда. Ну, то есть участок полностью реюзнули с минимальными изменениями. Как я понимаю. Да, есть печатная лента, забираем. Здесь что? Вот еще у нас есть ключ-карта Stars. А, то есть либо там я мог ключ-карту взять, либо здесь. Окей. То есть схватка с Немезидой была только ради исключительно запчастей. Этот камин не представляет интереса. Точно ли не представляет интереса? Патронов здесь, к сожалению, нет, ребят. В этот раз не положили. Но я все-таки сейчас все выложу лишнее, да? И возьму с собой зажигалку. Может быть, я смогу ее здесь использовать для того, чтобы... Ну... Для того, чтобы разжечь камин и спалить картину. Или, может быть, картина уже там прожжена, если ли он уже был здесь, так как Марвин-то мертв. Сейчас быстренько все сделаем. Карточку выкладываем, она нам не нужна. Эту выкладываем штуку.
Потом, вот это вот я не знаю, стоит ли с собой таскать или нет. Наверное, пока что нет. Я возьму ружьишко сейчас, где оно было. Заряжу его. Там, потому что много зомби. И возьмем с собой зажигалочку, давайте. Я снова на месте. Давайте сейчас быстренько это все дело попробуем. Нет, ребят, нельзя. Он не представляет интереса никакого. В таком случае пошли зачистим коридор от зомби. Я с собой взял ружье, чтобы много патронов на пистолет не тратить. Подходи, подходи. Последний. Замечательно. Беру пистолет, потом ружьишко выложим тогда. Здесь еще две красные травушки есть. Ага, ну не зря сходили. Не зря сходили. Если что, можно будет две сильные аптечки сделать. Не зря. Здесь, получается, все уже завалено. Хорошо, получается, нам ничего не остается, кроме как идти наверх в офис Старс, кабинет Старс. Сейчас только все лишнее выложим. А то тут инвентарь-то такой здоровенный, капец. Не, ну игруха, конечно, классная. Мне нравится, что они немножко темп увеличили. Опять же, то есть я не говорю, что медленный темп во второй части это плохо. Ни в коем случае. Просто ощущаются по-разному. И, честно говорю, ну приятно, да, что типа, ну, две игры вроде как бы внешне может показаться, что они прям одинаковые. Но на самом деле ощущаются по-разному. То есть вот эта вот скорость, она какой-то прелести все-таки игре добавила. Ну и плюс повороты, как бы, что касается управления, здесь все прекрасно. Так, хорошо. Тут, по идее, опять же, дверь у нас вся сломана. Статуи здесь почему-то нет, хотя могли на самом деле поставить. Не полениться, немножко перерисовать текстурки. Потому что статую уж точно не могли никуда унести, мне кажется. Мне так кажется, по крайней мере. Вот, использовать ключ Старс, он нам больше не нужен. Выбрасываем. Туточки, получается, это как раз-таки, ну, стол Джилл. Есть отмычка, хорошо. А стол Криса, член отряда Старса. Беспорядок на столе, вероятно, отражает личность хозяина. Тоже та же самая надпись. Тут стоят различные трофеи. На одном из них написано «Победитель соревнования стрелков Крис Редфилд». Та же самая история. Общее фото отряда Старс. Но опять же, то же самое. Мы это все видели. Рабочий стол Вескера, капитана отряда Старс. Опять же, здесь ничего нет. И я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что если я обыщу стол 50 раз, я что-то найду. На этом стеллаже нет ничего полезного. Здесь у нас есть патроны на пистолет. Это стол Барри, оперативника Старс. На столе лежат два оружейных дубликата, ясно. Вот у нас, кстати, теперь гранатомет есть. Это не может меня не радовать. Большой пульт связи, он в исправном состоянии. Я не смогу выйти на связь отсюда, ясно. Это стол Ребекки, новобранец отряда Старс. Аптечка. Все, выходим. Ага, ну с Карлосом мы скоро встретимся. Слушайте, отмычка нам нужна, чтобы открыть простой замок. А простой замок находится как раз таки около полицейского участка, правильно? А что у нас туточки? Ага, тоже все, ребята, закрыто, мы не пройдем. Ладно.
Давайте спускаться. Так, вот тут надо сейчас поаккуратнее быть. Там какой-то толстячок, смотрите. Есть. Здорово. Там какой-то странный звук только что был. Кстати. Блять! Пошел нахер! Он с ракетницей в этот раз. Окей. Окей. Здесь я не в безопасности, судя по тому, что... Судя по тому, что музыка, короче, типа, ну такая... Напряженная. Ёб твою за ногу. Ладно, робаты. Это я выкладываю, наверное, нам не пригодится. Я сохраняюсь, на сегодня хватит. Спасибо, ребят, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Кроме того, не забывайте подписываться на канал. На Google+, и Twitter, Facebook, Telegram. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал подписывайтесь. Там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. Ну а на сегодня все. Давайте, ребята, всем пока.